Ребят, ну, неделька прошла, давайте посмотрим. Вроде на лицо чуть-чуть опухоль спала, и посмотрим теперь на вид. Здесь видите фотографии, как я выглядел и как я выгляжу сейчас. Живот все равно есть, но как бы уже я не могу так делать, как я делал, ну как бы подбрасывать его. Посмотрите первое видео, я думаю, результат есть. Как бы вот так, ребят, такой вес. Я рад. Идем дальше. Ребят, всех приветствую вас на канале из КЗ в ЦЗ. Прошла ровно неделя, как я начал худеть, сел на диету и включил физические нагрузки. Результат меня, конечно, приятно удивил, но последние дни, как бы вот один день, уже начали меньше килограммы уходить. Посмотрим, что будут еще. У меня получается за месяц я минимум хочу скинуть 10 килограмм, а максимально 15 килограмм. Ну, будет 12-13 килограмм, я думаю, это будет достаточно. Ну и также я хочу где-то сделать вес 80-85 килограмм и потом просто каждый день контролировать свой вес и не переедать, как я это делал раньше. Сейчас я начал подсчитывать килокалории, сколько я съедаю. Это совсем, ну, получается, для человека не надо много еды. У нас в природе не заложено, что мы должны много как бы есть. Нам хватает, я не знаю, куска мяса, немного хлеба и чуть-чуть салата. Это мы можем 2 раза в день это поесть, и как бы это хватает, чтобы нам функционировать, чтобы нам работать. Этого как бы хватает. Конечно, если вы работаете на шахте, или где-то вы работаете, я не знаю, каким-нибудь фитнес-тренером и по 12 часов где-то на заводе на линии, конечно, вам надо питаться усиленно. Там, я не знаю, вам надо 3-4 тысячи килокалорий, чтобы ваше тело хорошо функционировало и ваш мозг думал. Так как у меня не физическая работа, я могу ограничить килокалории, ну, не в 2 раза, а ну, где-то в 1,5 раза и нормально себя чувствовать. Если мне становится, как бы, чувствую сильный голод, я перекусываю всегда. Вы видели, я думаю, в сообществах я писал вам каждый день сообщения и фотографии выставлял, что я кушаю. Как бы углеводы я ел за эти 7 дней. Ну, я ел суп, там была картошка совсем чуть-чуть. И я ел один раз перловки. Перловки было где-то ложки 4. Остальное, в основном я ел 3 дня свеклы. Ел красную рыбу, ел печень, ел мясо, ел яйца и ел авокадо. Вот у меня вот такая диета была. И где-то, я так посчитал, где-то 800 килокалорий, 1000 килокалорий у меня выходило в день. Пил кефир с зернами чиа. Такое, на ночь. И где-то после 7 вечера я совсем не ел. Как бы вот так, ребят. Ну, посмотрите мой результат. Он вас удивит, не удивит. И пишите комментарии, что вы об этом думаете. Ребят, вот такой будет сегодня у меня на меню такой салат: пекинская капуста, 2 яичка, тунец, а там тушится печеночка. Ну, это печеночка на 2-3 дня. Я сразу тушу такую большую сковородку. Но это я буду есть, как захочу кушать, так буду по ложечке, по 2 кушать. Сегодня выходной. Еду в полицию. Там ну, дорогие друзья, вам, наверное, интересно, сколько я стал весить через
неделю моего марафона. Давайте взглянем на весы, что получилось. Получается, ребят, 102,2. Ну, ребят, получилось вот такое видео. Я думаю, классно потерять 5 килограмм за неделю. И следующие 3 недели, которые я буду держать эту диету и дальше продолжать, чтобы мой вес уже не рос выше. Мне как бы легче уже двигаться, легче ходить. И все равно какая-то эйфория есть, то, что я худею. И я чувствую, у меня уже нету такой отдышки, как была. Вроде 5 килограмм каких-то, и все равно, ну, как бы сказывается на вашем здоровье и полностью в состоянии. Ну, напишите в комментариях, что думаете об этом, ребят. Спасибо вам за поддержку, вы моя мотивация, и как бы без вас я бы, может, даже плюнул и сказал: да ладно, Наталка, давай это, насыпай, сейчас будем жрать нормально. И там, знаешь, пельмени бы она делала обратно, вареники. Я мог, чтобы вы понимали, ребят, я мог перед сном, когда приходил после работы, там 8-9, полдесятого, пельмени мог, чашку съесть спокойно, пельмени, и как бы лечь спать. Мне так спать хорошо было. Ну, конечно, на утро побаливал желудок, но я на это внимания не обращал. Мог после работы идти выпить там 2-3 банки пива, потом прийти еще домой покушать, как бы, и тоже нормально себя чувствовал, ну, как бы, а потом, видите, вес растет и растет. Я в последнее время, конечно, начал его контролировать, но все равно я начал заниматься, но я занимался, мышцы все равно укреплялись, а вес не падал, так как килокалорий у меня было очень много, я не знаю, ну, может, 4000, 5000 килокалорий я съедал в день. Я мог за завтрак съесть там сковородку, например, макароны там с каким-то мясом или пачку сосисек мог съесть. Ну, такое, знаете, люблю вкусно поесть. Сейчас я от этого отказался, просто мотивация такая, это как цель, я поставил себе цель, и я должен этого достичь. Это как в жизни, понимаете, вы, например, хотите, много пишут, хотят в Чехию поехать жить там, или в Америку поехать жить, работать. Надо поставить цель, это все, все в ваших руках. И также я здесь поставил цель, что я десятку минимум скину, а так 15 будет вообще в цвет. И я к этому иду, конечно, у меня очень большой соблазн. Там, а на работе, я все могу, что есть в магазине, получается, ну, как бы, все лежит, и я все могу это кушать, как бы, и я там нахожусь 8 часов, и я все равно себя сдерживаю, вот именно моя еда, которую я принес, я ее ем, и от нее никуда не отхожу. Ну, все, ребят, буду с вами прощаться, с вами был Сергей, спасибо за поддержку, спасибо за мотивацию, огонь, ребята, огонь!